Витебская областная филармония – центр классической музыки нашего города. Сегодня сможет по-настоящему вас удивить. А все потому, что... Сегодня у нас представление, называется «Мой папа – клоун», и я, Екатерина Куклачева, рассказываю о своем папе, Юрии Куклачеве. Мне помогают клоуны и кошки. Как бы артист ни старался сыграть, кошку переиграть невозможно, поэтому кошки сразу... Сердца детей захватывают, потому что наши кошки, они же особенные. Это кошки-артисты театра кошек. Многие кошки много чего умеют делать, но именно кошки-артисты, они не боятся ни света, ни звука, и они ездят с нами на гастроли и показывают такие классные представления. Таких каких-то редких пород мы не ищем, то есть у нас очень много смешанных пород, они более талантливые, более активные, потому что породистые чаще всего спят, ну то есть у них как раз роль понятна, вот. А наши кошки, они очень любят после спектакля, чтобы мы их все погладили. Что самое сложное в вашей работе? Я бы сказала, что у меня очень простая работа. Кошки, они вообще товарищи настроения. Конечно, есть свои какие-то трюки особенные, но иногда она может выйти и сказать: сегодня я пойду в зал гулять. За новостями на портале городвитебск.бай.